Ой, это корпус разрушенный, заброшенный майнакской грязи лечебницы. Вообще здесь, конечно, было очень все богато. Посмотрите, какой был зал. Из коридора ты выходишь в зал, и он огромный, он очень красивый. Посмотрите, такое полукруглое большое окно, полукруглый потолок, а по краям панели. Деревянные панели со встроенной плиткой, деревянными панелями полностью отделан этот большой зал. Сверху идет такой бордюрчик голубой и выступы. Но вообще это как дворец точно, как зала для танцев. А это, судя по всему, была, судя по всему, это было помещение, где люди грязи принимали. Ну, не знаю, ну и танцами же они занимались. В общем, я сделаю большой фильм, где будет моя экскурсия по руинам знаменитой монакской грязи лечебницы, которая сделала Евпаторию всесоюзным курортом. Ну, сначала всероссийским, потом всесоюзным. И вот теперь что от этого осталось. Смотрите на моем канале, YouTube-канале.